конференция, очень хорошая теплая аудитория, на открытом воздухе, это очень классно всегда. Love the setting. I hadn't actually realized that so much of it was outdoors, but that's good. A nice sunny day. It's great to see such a mix of people, and it's really interesting to see like the different streams that you've got, the kind of sales and business along with the development. On the same side where we first kissed many odd years ago, I was feeling some kind of wonder when you called my name. Wow, it's really great. I've never been at an open-air IT conference before. The welcome is fantastic. People are friendly and enthusiastic, and the food is great too. Конференция очень отлична, качество докладов и спичей подобрано, и особый плюс за логистику, все очень удобно, все понятно, куда добраться. Очень понравилась атмосфера, очень понравилось то, как все организовано, то есть то, что все-таки это на свежем воздухе, то, что это с возможностью переключаться между разными активностями, потоками, не знаю, вкусной едой, интересными спикерами, очень-очень-очень хорошая организация, очень понравилась. Интересные доклады, очень приятное место для проведения конференции. It's been absolutely perfect. I love this venue. Everyone has been so helpful. It's been really friendly. I've met such an interesting mix of people as well. So I'm sure we're going to be back next year as well. To the sky to see if I lost it all. It's such a messed up place for others to face. I couldn't help them. Я рекомендую іноземцям приїхати і подивитися, наскільки українці можуть бути привітними, вічливими і взагалі как организовывать такие ивенты. Для меня вообще было очень интересно посмотреть на аудиторию, потому что, честно говоря, для меня Днепр – это такой новый город в плане IT. Я всегда воспринимала, знала Львов, Киев, Харьков как IT-центры, но я очень рада, что здесь видно, что здесь такая хорошая IT-комьюнити, и что город действительно вот развивается, и скоро, я думаю, составит… Львову надо бояться начинать Днепра в плане вот такой какой-то в хорошем смысле IT-шной конкуренции. Many odd years ago, I was feeling some kind of wonder when you called my name. Докладчик рассказывает о своем собственном опыте, рассказывает, с какими сложностями он столкнулся, и рассказывает, скажем так, определенные лайфхаки. И, как по моему мнению, это самое ценное. То, что то, ради чего я пришел сюда, то, что я хотел услышать. Есть в любой конференции важно несколько составляющих. Кто спикеры, насколько они делятся чем-то новым, значимым, или просто делают какие-то общие спичи, такие же, как и на остальных 25 конференциях. Из того, что я видел, то это все окей. Следующий фактор – это участники. И из тех участников, которые я видел, то количество людей, которые там теме вопросов, хоть это достаточно такая узкая тема, сертификация проектов менеджеров по стандарту PMI, то люди были в теме, это было интересно с ними работать. Balance sensation about the audience. I believe that they were interested. It was fun. It was great. We'll be right back.
good events here, good discussions and good speakers, and I think next year event will take place here in Dnipro, even bigger and even stronger, and I wish you success and in your business. And the wheels go around again.